ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия. Страна возможностей» президенту России Владимиру Путину представили новую концепцию оформления спальных жилых массивов на примере микрорайона «Новая Трехгорка», где в августе прошел международный фестиваль уличного искусства «Urban Morphogenesis». Президент одобрил и поддержал идею распространения одинцовского опыта. Напомним, проект был реализован на средства президентского гранта и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.